Дианочка, смотри, это лошадь. И она говорит «Иго-го». «Иго-го». Мам, а это кто? Тоже лошадь? Дианочка, да, это тоже лошадь, только это конь. И он тоже говорит «Иго-го». Мама, но они же одинаковые. Почему там лошадь, а тут конь? Ну как тебе объяснить, Диана? Лошадь – это девочка, а конь – это мальчик. А, понятно. А это, Диана, петушок, и он говорит «ку-ка-ре-ку». О, мам, а это цыпленок, ребенок петуха, и он, значит, тоже говорит «ку-ка-ре-ку». Нет-нет-нет, Диана, цыпленочек говорит «пи-пи-пи». Как странно, а почему папа говорит «ку-ка-ре-ку», а ребенок говорит «пи-пи-пи», а курица тогда что говорит? Тоже кукареку или пи-пи-пи? Диана, курица говорит ко-ко-ко. Ничего не понимаю, мама. Почему петух, курица и цыпленок разговаривают на разных языках? Как они друг друга понимают? Все, я больше не могу, Дианочка. Ну неужели так сложно запомнить животных? Что за глупые вопросы? Все, я больше не могу. О, мам, вы здесь? Можно я схожу, погуляю? Стоять? Ну, мам, ну почему нельзя? Макс, можно, можно, можно. Гуляй сколько хочешь. Только сначала помоги мне, пожалуйста. Диане нужно выучить животных. А я никак не могу с ней это сделать. Ну, не понимаю я. Может, я объясняю не так. Выучишь с Дианкой животных и гуляй сколько хочешь. Только в 10 домой. Всех этих животных? Дианочка, вот это кто? Вот, на этой картинке. Ой, это, по-моему, собака. Только очень толстая. Ее очень много кормили. И собака говорит «гав-гав». Я правильно сказала, мама. О, нет. Макс, ну что, счастливо оставаться. Приду, проверю. Диана, да ты что? Какая это собака? Это же свинья. Свинья говорит «хрю-хрю». Запоминай, а то мне нужно гулять идти. А, понятно. Это свинья. А это кто? Это тоже свинья, ну, или поросенок. А как говорит поросенок? Да, Диана, ну так же, как и свинья, хрю-хрю. Ой, как странно. А почему, Макс, цыпленок, курица и петух разговаривают по-разному, а остальные по-одинаковому? Вот цыпленок говорит пи-пи-пи, а курица ко-ко-ко, а петух ку-ка-ре-ку. Мне так мама сказала, ты, наверное, ничегосеньки не знаешь. Не знаю, Диана. Давай дальше учить. Вот, смотри, корова. И она говорит «мм». А у коровы есть ребенок. И он говорит... Он говорит «пи-пи-пи». Диана, да почему «пи-пи-пи»? Он тоже говорит «мм». Как? И бык, который тоже говорит «мм». А почему цыпленок, который ребенок курица, говорит «пи-пи-пи»? Значит, ребенок коровы тоже говорит «пи-пи-пи». А бык должен говорить «кукареку». Что? Я представляю, если бык бегал такой и говорил «ку-ка-ре-ку» по полю. Диана, да ты что? Бык говорит «му-у-у». Давай дальше. Кто у нас еще тут есть? О, а это я знаю. Это коза. И она говорит «ме». Я ее в деревне видела. О, Диана, правильно. А еще есть козел. И он говорит тоже «ку-ка-ре-ку». Да. Может, ребятам позвонить и сказать, что сегодня я гулять не пойду? Козел говорит тоже «ме». Вот, а смотри, леопард, тигр и лев, все трое говорят «рррррр», рычат вот так. Ой, Макс, да они же все разные, почему они все одинаково говорят? Я с этими животными ничего не понимаю, почему одна семья курицы разговаривает по-разному, абсолютно разные животные разговаривают по-одинаковому. Диана, да ты не думай, запоминай, вот овца, и она говорит «би». Ой, Макс, а тут тоже овца. А почему тут кудрявая, а тут какая-то лысая? Ну, здесь просто ее это, постригли, а тут еще не постригли. Вот и все. Ух ты, а зачем овцу постригают? А кто постригает овцу? Диана, ну не отвлекайся. И не знаю, специально тетеньки, дяденьки постригают овец. Потом из этой шерсти делают нитки, из ниток шьют носки там и всякое еще шерстяное. Овца, если это девочка, то как зовут овцу мальчика? Овцу мальчика зовут Баран. А может, хотя бы Баран тоже говорит ку-ка-ре-ку? Диана, ну почему ку-ка-ре-ку? Баран говорит би, так же как овца. О, Макс, а ты сейчас воешь как волк. Я правильно угадала. А я могу сказать, как говорит волчиха.
Ну да, Диана, волчиха говорит ко-ко-ко. Ну как это, как курица, да? А что, нет разве? Мама, я не могу учить Диану животным. Это просто, не знаю даже, как это назвать. Ой, что-то мне кажется, что у Макса ничего не получается. Как же нам Диану научить, а, ребята? Мама, дай мне другое задание. Я сделаю все, что ты захочешь. Но только не учить Диану животным, мама. Это никогда не закончится. Я никогда не смогу научить ее животным. Я никогда не пойду гулять, мама. Мне кажется, ей вообще поможет только зоопарк, чтобы она сама всех увидела и всех услышала. О, Макс, какая прекрасная идея. Отправляйтесь с Дианой в зоопарк. Мама, а почему я, а не ты в зоопарк? Ура, ура, Макс, пошли, пошли в зоопарк. Я услышу, как бык кукарекает. Здорово! Макс, побежали скорее в зоопарк. Диана! Вон, Дианочка, смотри, там спят львы под деревом. Смотри, там дальше тигры. Ух ты, смотри, а там самолет и пожарная машина. Ага, Диана, это здорово, но мы пришли изучать животных, пойдем дальше. Ух ты, Макс, а кто такой с большой-большой шеей? А, это жираф. О, смотри, вот там обезьянка. Смотри, как она кушает. Ух ты, здорово. Я бы тоже что-нибудь сейчас кушала, Макс. Не-не-не, смотри, вон тюлень купается. Какое кушать? Нам нужно изучать животных. Домой придем, все изученные. Там и поедим. Пойдем. Мама, мы пришли. Я теперь знаю. Всех животных знаю. Как же здорово, Диана. Фух, а я наконец погуляю. Мама, только я все равно не поняла, почему семья курицы по-разному разговаривает и как они друг друга понимают. А, мама, ну объясни, пожалуйста. О, нет, Диана. Ну пойдем, спросим у Гугла. Может, он знает, почему семья курицы по-разному разговаривает. Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Даринелка и смотрите новые мультики. Пока-пока! Детский канал Даринелка ТВ представляет! Подпишись на канал Даринелка, смотри мультики с нами!